Говори, Леша. Ну, как кажется, что Мамаева и Куликова опять набухались. Виточка не скажет. Виточка меня поймет. Еще раз, Виточка для тебя. Посмотрите, какие красивые тут дома и вообще все. Короче, не пустили нас в этот ресторан. Сказали. Он слишком хорош для нас. Сказали, что вас не интересует этот ресторан. Сказали нет. Сказали, что мы вас посадим в этот ресторан пообедать, но только через 50 минут. Через 50 минут мы с Куликом набухаемся. Под кустиком свалимся уже. Набухаемся так, что уже, конечно, обедать мы не сможем. А вот и деточки мячики гоняют. Вот. На газончике. Вот так. Наливайте вино в бутылки для воды. И не будет вам беды. Леха, ты поэт. Давай тебя издавать. Чего меня издевать? Издавать тебя будем, Лех. Как поэта. Заработаем на этом $1 миллиард и купим здесь вот это вот все купим. А потом купим вот этот пляж. Вот этот пляж. Тоже его купим. И будем сдавать лежаки за деньги. Мы же не дураки. Кто-то уже придумал, что же будет хуже, что ли? Конечно. Вот это здание похоже на турецкий отель. Ты был в Турции? Нет. Откуда ты знаешь, как выглядят турецкие отели? Леш, ты что, дурак? Мне так кажется. Почему-то мне так кажется. У тебя богатое воображение. Я тоже не знаю, как выглядят турецкие отели. Ну что? Вот судя по названию, это явно греческий. Мы пойдем и спросим этих людей, если они хотят, чтобы мы у них поели? Ну, потому что в пиццерию я не думаю, что нам... Хотя, конечно, там может быть что-то кроме пиццы, но я не знаю. А давай еще пройдем, не знаю, в конце концов уже вернемся, хуже не будет. Вон там какой-то... Нет, это не гриль. Жирафов вряд ли там жареных подают. Жирафос. Жирафос? Интересное название. А смотри, вон люди сидят еще на пляже прям... Вот это классно. Сейчас разворачивайся быстренько и снимаю вот это вот инвалидная коляска с мотоциклетным моторчиком и рулем. Леша, нехорошо снимать. Нет, это классная идея. К инвалидной коляске приделать руль и мотор от мотоцикла. Ты вообще понял, как мы клево с тобой квартиру сняли, да? Посмотри на небо. За $100. За $100 в сутки. Да. Нет, серьезно. Вы молодцы. Сейчас я небо приближу. Кто молодец? Ты молодец, Леша. Вокруг нас увивается. В красных трусиках, да, он меня полюбил, он и за мной следит. Лёлечка, не факт, что за тобой. Лёша, ты вообще в зеркало когда смотрел? Он тебя полюбить не мог. Я похудел гораздо. Может, он меня видел? Да, развернись. Сзади ты гораздо привлекательнее. Он тебя только сзади, наверное, видел. С кормы? Нет, тут корма. Спереди он вряд ли тебя полюбил. Спереди он полюбил меня, конечно же. А сзади, конечно же, тебя. Спереди меня физически любить можно, конечно. Но сложно. Но я не люблю. Дурак какой, а. Ой, смотри, пойдем платьюшко тебе купим. Фу. Не за кого принимай. Я тебя ни за кого не принимаю. Я за тобой 25 лет замужем. Юля, вот здесь тоже мы купим квартиру, да. Надо купить камеру, которая сразу стримит. Леш, знаешь, сколько стоит эта камера? $300. Я на квартиру в этом городе заработать не могу, а ты хочешь, чтобы я камеру такую купил? $300 она стоит. Я $300 заработать не могу. Фу. Ты хочешь в жираф пойти? Я не знаю, я ищу, где бы было народу много, но чтобы еще было место для двоих.